Буквально через несколько минут во второй Голицынской школе начнется первый танцевальный марафон. Каждая из команд покажет, на что она способна. Особенность этого марафона в том, что любой желающий мог принять участие. Необходимо было только собрать единомышленников и подать заявку. Танцевальный фестиваль «Стартын» объединил 6 непохожих друг на друга команд. Мы провели само мероприятие с точки зрения, что именно будет проходить. Разработали правила, и получился очень интересный фестиваль танцевальный, на котором ребята практически без особой подготовки, у них было буквально 1-2 недели на то, чтобы подготовиться, и они смогли очень достойно здесь выступить. Фестиваль «Стартын», цель которого в том, чтобы все команды получили максимум позитива. Танцевальная площадка поделена на 6 секторов, в каждом из них по одной команде. Правило следующее: нельзя заходить в чужую команду и ни в коем случае нельзя останавливаться. Капитаны показывают танцевальные движения, а остальные повторяют их. Для всех участников музыкальные композиции стали большим сюрпризом. До начала никто не знал, под какую музыку придется выступать. Девиз «Стартына» – «Танцуй и двигайся всегда». Конечно, да. Я уже успела подойти к организаторам и сказать: позовите нас, если еще будут праздники. Потому что я только за выезды, за то, чтобы дети были чем-то заняты, и они сидели просто дома. Важно и то, что по итогам марафона нет проигравших. Каждой команде присуждалась победа в той или иной номинации. Самые активные, самые креативные, самые яркие, самые дружные, самые веселые и самые синхронные. Особо жюри отметило команду «Ассорти» из первой Голицынской школы. Их признали самыми синхронными и дружными. Очень понравилось, очень все прошло позитивно, дружно. И вообще правильно, что проводятся такие мероприятия, потому что сейчас, ну, дети, да, подростки все больше увлекаются каким-то сидячим образом жизни, компьютером и так далее. И именно спортом, ну, да, его сейчас пропагандируют, и поэтому это вообще отличная идея, что здесь все двигаются, и это все связано с музыкой, с танцами, и это вообще замечательно. Организаторы пообещали, что танцевальный марафон «Стартын» станет традиционным и будет проводиться каждый год в преддверии праздника Дня народного единства. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».